Кофе хочу. Может, изо рта хоть, блядь, больницей пахнуть не будет. Ебать, сказочка какая-то. Ребят, важное дело, пока не могу играть. Ну, зашивать? Да нет, так оставили. Все, погнали. За работу. О, ишь. Шиш. Что за звуки? Блять, вот это здание тоже какой-то урод проектировал. Как можно такое сделать? Представляете, я вот пушу. Дверь. Куча говна, за которым можно спрятаться. Здесь тоже. Сколько углов нужно чекать? Ну нельзя так делать. Дома, локации. Self-revive. Это же невозможно. Как я должен чекать вообще позиции? Вот это что такое? Вот где угодно может быть чел. Вот здесь, блядь. Вот тут, может. А? Где я, мама? Вот это здание норм. Тут все предельно ясно, как бы поднимаешься. Чел либо тут, либо тут, как бы, либо тут. Ну вот здесь, правда, тоже неудобно. Потому что сразу две комнаты. Чел и кроссфайр могут стоять. Лодаут тут падает вообще, нет, на этой карте? Я просто не фанат. Ясно, воркила. Гоу мстить, я больше ни про кого не знаю. Ни по кому инфы нет, кроме него. Выезжаю на стрелку. За вас. Где ты, геймер? Меня крахнул как-то. Лук. Надо влететь. Умом. Фунгус. Блять, вы чё?
А, серьезно? Так? Я ничего не вижу, лол. Не проблема. Я сначала... Чел просто казуалыч на рекренте. У него и так пушка без задачи, он еще на упор ставит, блядь. Казуалыч. Думаю начать играть в Warzone на геймпаде. Какие подводные? У меня столько шуток есть, но они обидные, пиздец, наверное. А, это сверху. Я не сразу понял, откуда звук. Слушай, я фермер прям конкретный. Так фармлю жестко. Ух. Да, дым зарегал, чё. Тут еще и 250 хп же, я думаю, что так быстро убивают. Походу я без звука подлетел. Так же как меня, вот искра сегодня без звука убила, вот так. Сколько я дал? 1500? Бля, неудобно. Меня вот тут чел на лестнице, блядь. Потерял его. Славик. О, сидит. Бабик. Вот бабик. Люди любят золото. Брон, живи. Я одну восьмерку удаляли, мне было ужасно хреново. Выздоравливай скорее. А мне похуй, я робот. Спасибо.
Я робот, долбоёб. Сюда две хилки. А где? О нет, чуть не умер. Ты опять Славик? Алло, Славян. Не повторяй ошибок. Позиционочка. Грамотно. Вот и хитшилд, ПДС пригодился. Ой, извини, мне показалось. Я точнее думал, что мне показалось, а это реально чел был. Представляете, вот остров залегал с первой попытки вин. Почему? Потому что игра дает шансы. Потому что, наверное, карта просто нормальная. В кустах не прячется. За каждым камнем, за каждым кустиком. Люди любят золото. Ящерам золото не интересно. Ты решил брикеты поставить все четыре раза? Лайнеры. Или они одновременно у тебя лезут начали? Все четыре разом, да. Они давно были. Лайнеры будут носить дней через 10.